Так, всем привет, дорогие друзья. Значит, один из моих подписчиков попросил меня сравнить, как светят фонари Nightcore MT40GT и MH40GT, следовательно. То есть, количество люменов там одинаковое, но вот размер рефлектора, количество кандел и количество, точнее, дальность не одинаковая. К сожалению, мы не можем дождаться полной темноты, но камера еще чуть-чуть засветляет, все, ну, такой, сумерки типа. Ну вот сейчас попробуем. Значит, справа у нас будет MH40, слева у нас MT40GT. Ну, для начала вот так вот, да? То есть как бы вот это MH у нас, вот это MT. Ну, давайте попробуем. Вот. Ну, на таком расстоянии разницы я не вижу. Хотя там 200 метров, в принципе, должна быть разница по дальнобойности. Если по дороге вдаль. MH40GT, MT40GT. Не, ну видно, что у MT40 как бы немножко расплывается хотспот. Если вот прям дальняя часть дороги, он так его не берет. Это светит подальше. Ну давайте еще найдем какой-то объект. MT. Ну видно, что у MT точка менее сфокусирована вот этого фонаря, чем у MH40GT. Попробуем дальнюю башню взять. Ну вот на дальней даже видно, MH40, вот если водить, то видно, в принципе, пятно. Если светим МТшкой, то более такой как бы блик, пятна уже нет. Но, в принципе, честно, не могу представить в бытовых нуждах, что можно ими подсвечивать. Ну это просто две фары дальнобойные автомобиля. Ну просто жесть, да? Ну, собственно, как бы, можно еще на заборчик посветить. Ну да, чуть-чуть больше сфокусированное пятно у МАшки. Дальнее дерево, МАш, МТ. Ну, в общем, как-то так. Я думаю, что тебе это помогло, Руслан. Да, я не думаю, что ты купишь свой 526 по счету фонарь. Ну все, погнали дальше.